Отделение реаниматологии и интенсивной терапии Карачаево-Черкесского перинатального центра в месяц поступает около 30 детей с различной патологией. Очень часто это недоношенные дети с низкой и очень низкой массой тела, которым требуются особые условия и нередко особый уход. Современные технологии позволяют выходить малышей с массой тела в 500 грамм и даже меньше. Человеку, далекому от медицины, такое кажется практически чудом. Врачи Карачаево-Черкесского перинатального центра с нескрываемой гордостью говорят о результатах своей работы, а это спасенные жизни. Мы выходили двоих деток 420 грамм, а так от 500 грамм у нас бывают детки, и сейчас тоже есть, ну там не 500, там 900 грамм. Уже ребенку почти месяц, мы его практически выходили. Благодаря программе модернизации здравоохранения сегодня Карачаево-Черкесский перинатальный центр располагает всем необходимым оборудованием для выхаживания детей с такой низкой массой тела. Это дыхательные аппараты, различная следящая аппаратура и многое другое. Помощь компании «Русгидро» – это еще один значительный вклад в улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Это портативный, очень нужный нам аппарат для определения газового состава крови, определения кислотно-основного его состояния, электролитов и других важнейших показателей. И следящая аппаратура, то есть мониторы, которые непрерывно, постоянно отражают состояние ребенка, который находится в отделении реанимации. То есть показывают его основные жизненные параметры. Пульс, давление, насыщение газами крови, кислородом, например, и другие важные медицинские параметры, которые помогают правильно поставить диагноз. Уже третий год Карачаево-Черкесский филиал компании «Русгидро» оказывает поддержку родильным домам в рамках федерального благотворительного проекта «Рожденные энергией». Выделяет значительные средства на приобретение дорогостоящего оборудования для перинатальных центров, родильных отделений больниц, рядом с которыми расположены объекты «Русгидро». Это наша не первая благотворительная акция. Впервые в 2012 году мы подарили по запросу перинатального центра оборудование. В прошлом, 2013 году, мы подарили оборудование Карачаевской центральной районной больнице родильному отделению. В этом году также необходимое оборудование было передано, появилось в Урупской центральной районной больнице. Главный врач Карачаево-Черкесского перинатального центра Евгения Пономарева вручила сотрудникам «Русгидро» благодарственные письма, адресованные руководству компании, и поблагодарила энергетиков от имени всего коллектива за столь ценные подарки. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.